Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в Frag Pro Shooter. И всем огромное спасибо, кто начал, ребят, меня поздравлять еще до выхода этого видео о том, что я заполучил себе королеву единорогов. Это очень приятно, что вы следите за моим аккаунтом, поэтому всем, кто меня поздравлял, все, кто заметили, огромнейшее вам спасибо. Значит, друзья, суть видео не просто поиграть за нового героя. И мне нужен, ребят, совет, потому что у меня какая-то проблема. Я начал брать ее себе в основную колоду и поменял ее на Покахантер. Но есть одна беда, я начал жестко проигрывать. И я не понимаю, в чем проблема, потому что вроде играю нормально, вроде не так часто погибаю, вроде разношу, уничтожаю базы, но потом резко, гоп, обнуление счетчика, и я тупо понимаю, что я проигрываю. То есть начали... Я не понимаю, вчера реально я всех лускал как семечки, просто на изи всех разносил, получил королеву единорогов, любые режимы, я все попроходил, ребят, было очень четко, каточки просто летели на ура, но сегодня меня разносили, ну просто в хлам, и я не понимаю, в чем проблема, и начало это происходить именно в тот момент, как я взял в основную колоду, в основной состав именно королеву единорогов. Офигенный персонаж, но почему я сливаюсь, я не понимаю, поэтому, ребят, мне нужен ваш совет, я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели, как я за нее буду играть, и те опытные ребята, у которых этот персонаж уже давно, которые подбирают под нее какую-то, возможно, определенную колоду, или как по какой-то тактике за нее играют, я хочу, чтобы вы мне написали в комментарии какие-нибудь советы, и, возможно, кто-то увидит именно проседание в колоде или в моем геймплее, я не знаю, ребят, просто в чем проблема, я не могу найти причину, потому что вроде катки идут ровные, все хорошо, потом резко хоп, и я проигрываю. Если я выигрываю, то только в последние моменты, ребят, по очкам вообще там миллиписечка остается до моего даже поражения. Ну, то есть, ребят, разница в счете очень мала. Я не знаю, ребят, может мне вообще ее тогда не выбирать, пока Покахантер как-то повеселее все было. Или брать и Покахантеров по очкам. Ну, не знаю, ребят, короче, посмотрите, найдите эту причину, если кто-то вдруг увидит, все советы я обязательно прочитаю и учту, обязательно учту, потому что мне вообще что-то как-то не прикалывает столько поражений, ну, мне давно, я реально сегодня, ребят, проигрывал больше, чем выигрывал. Давно такого не было, ребят, очень давно. Ладно, я понимаю, что да, у меня разбитый дисплей, не могу мансить, хорошо, против Ронин, да, Ронин и разносит, хорошо, молодцы, когда-нибудь у меня тоже будет Ронин, хрен с ним. Да, мне сложно переключаться на персонажей, да, например. Это тоже все занимает время, но это всего лишь, как по мне, 30% игры, да. Но все остальное, ну, как бы, я не знаю. Даже когда я просто играю офигенно за персонажа, все равно почему-то сливы. Не знаю, ребят, я хочу, чтобы вы сейчас внимательно все посмотрели и нашли проседание в моей колоде. Буду, ребят, играть именно за эту сейчас колоду. Объясняю, почему я не могу поменять генерал Мэка и Лучему Эрту. Ну, мне дисплей не позволяет их поменять. Я могу поменять только или фрагмена, или босса. То есть вот эти три позиции. Там, где находится фрагмен, там, где находится королева единорогов, там, где находится босс. А генерала Мэка и Лучему Эрту я пока не поменяю дисплей, ребят, я их поменять не могу. Короче, вот такая вот фича. Ладно, окей, давайте, наверное, пойдем. Я не знаю, в режим 2 на 2 стоит ли идти. Тут сейчас по 10 минут ждать катки. Кстати, именно в режиме 2 на 2, ребят, я и проигрывал. Хотя, ну, те тиммейты, которые со мной играли, ну, вроде они тоже нормально играли, хрен его знает. Ладно, отправляюсь, ребят, я сражаться в игру. Сейчас посмотрим, как оно, что будет происходить. Конечно же, я буду стараться больше играть за королеву единорогов. И да, ребят, если вам нравятся видосики по фрагу, то обязательно жмем лайк, подписываемся на мой канал, кто еще не подписан, и пишем свой клевый комментарий. Также, ребят, по ссылочке в описании вы можете подписаться на мой инстаграм-канал, а также вы можете найти там плейлист по фраг про шутеры. Ребята, очень часто мне пишите, сними видос про того-то и того-то персонажа, хотя на него уже давным-давно лежит у меня обзор. Поэтому, ребят, просто будьте внимательней. Залазьте мои плейлисты, и там вы все найдете, все, что вам нужно. Но если вдруг вы чего-то там не найдете, то знаете, скоро мне все равно это появится. И нам достался бот. Блин, ну я вообще как бы хотел поиграть с реальным персонажем, потому что, ну блин, ну против ботов, ну... Ну что против них научишься, ну я вас умоляю. Тут их разносить, ну просто на изи. Против реальных героев надо играть, против реальных людей, которые реально шарят, которые умеют играть. Именно там и можно увидеть все проблемы. Ну вообще за нее можно даже не обязательно бежать в атаку. На нее очень хорошо с дистанции работать. Постоянно просто ультить и помогать тем самым своим персонажам. Я даже эту тактику, ребят, пробовал. Но я понимал, что мое вмешательство все-таки тоже нужно в игре.
То есть я не могу постоянно находиться где-то за территорией боя, да, то есть находиться очень далеко. Я понимал, что мне нужно идти в бой, потому что одни боты против реальных игроков, ну, они не смогут справиться. Особенно сейчас есть Ронин, чертовски балансный персонаж. Мне так бесит, что его у меня нету, и меня бесят те игроки, у которых он есть. Но мне сложно играть против Ронина, ребят. Ронин реально тот персонаж, который может просто всю тиму затащить. Не знаю. Так, я хочу этих ребят вообще вынести. Они меня бесят. Так, надо по Шурику заканчивать эту катку, потому что против ботов, ну, мне не нравится играть против ботов. Я лучше эпично проиграю, чем выиграю с большим счетом ботов. Так, ладно, давайте здесь поставлю вот так. Умри. Ля, ну я ультую, в чем дело? Оу! С третьей попытки, ребят, с третьей попытки. Вы знаете, я, наверное, понимаю, почему здесь мне дали бота. Скорее всего, сейчас все проходят ивенты. Блин, ну я не хочу идти в ивент по одной причине. Там не будет королевы единорогов. А суть видео сейчас именно про нее. Нифига. Сейчас мы найдем реального игрока. Блин, честно, я так жду, когда разработчики уберут вот это вот появление, вот этих вот золота, что добавляется. Я не знаю, зачем они это сделали. Во-первых, оно занимает лишнее, как по мне, лучше убрали. Ну, меня, например, бесит ждать, пока мне это золотишко насыпет, то насыпет. Вопана. Отлично, здесь есть и Ронин, и королева единорогов, и все на свете. Значит, сейчас будет, ребят, месиво. Так, значит, я смотрю на нас уже... вот это тело летит, окей. Так, сделаем, чтобы она не могла ультить. Кстати, я заметил, что некоторые персонажи все-таки ультуют. Например, Блот, он почему-то... И вот я было ультанул, да, за королеву единорожков. Блот все равно воспользовался своим умением. И Боблер. Боблер тоже смог воспользоваться своим умением. Я не мог понять, почему. Так, ну, сейчас вроде бы все идет хорошо. Не знаю, я вроде стараюсь и персонажам своим помогать. Так, ой, блин, это свой, я думал, что это чужой генерал Мэг. Блин, ну, ребят, я проигрывал сегодня в режиме 2 на 2. Ну, сейчас я пробовал перед видео зайти в режим 2 на 2, очень долго ждать. Поэтому я решил пойти в общий бой. Ну, вроде как здесь нормально все идет, но... О, тихо-тихо, подруга, стоять. Ничего себе, как я умею. Блин, ну можно с ней вообще, ну я же говорю, можно работать на дистанции, может попробовать мне поработать на дистанции, может побыть чисто в защите. Так, не, ну сейчас будет обидно проиграть. Давайте вот сюда сделаю так. Хорошо. Чувак ничего не показал, никакого геймплея. И за Ронина он как-то слабо играл. И королеву единорожку я особо не заметил. Даже ни разу его королева единорожка, по-моему, даже не ультанула. Наверное, чувак такой же, как и я. Ладно, окей. Сейчас найдем, ребят, кого-то. Надо найти кого-то мощного. Блин, сосиска, я бы с тобой поиграл. Вообще, блин, ну и ладно, окей. Давайте, я принимаю. Может быть, сейчас заработает режим 2 на 2. Может быть, мы найдем кого-то. Если сейчас не найдем, в течение там 30 секунд отмена, и дальше идем сражаться. Просто я хочу, в принципе, пойти в режим 2 на 2, потому что именно в этом режиме меня сегодня разносили. Не, ребят, мне кажется, сейчас все проходят ивенты. Ладно, не буду, короче, тратить на это время. Давайте, ребят, дальше продолжаем сражаться. Ну, вообще я рад. Я рад, то, что я взял себе королеву единорогов. Странная тима. Ладно, окей, попробуем. Так, давай иди сюда. Так, окей, смотрите, значит, они идут туда, значит, сюда и запулим. Я, по-моему, промазал, да? А, нет, в кого-то попал, опаньки. О, Андромеда, блин, стоять, ну я не могу бегать так, как ты бегаешь, блин, не умею я мансить, потому что у меня дисплей, блин. Ладно, окей. Сейчас за босса будем делать вещи. Ого, слушайте, ну быстро они, короче, быстро.
Так, давайте будем помогать. Блин, ладно, наверное, я пойду на ту сторону. Да ладно. Вот кто? Кто туда добрался до меня? Блин, надо спасать ситуацию. Не знаю, ребят, как это сейчас будем делать. Ой-ой-ой, меня морозят. Окей. Вот видите, я могу только вперед и назад. Чуть-чуть могу влево. Но я не могу, я привык, точнее вправо. Я не привык, мне надо влево. Я влево привык мансить. Стоять! Так, я понял. Блин, ну как-то сыряна аж на 13 прокачанная. Блин, давай, перезарядка. Стоять! Нет, не задел. Ладно, давайте переключусь все-таки на королеву единорожку, наверное. Блин, ну там Андромеда, надо было... Не, надо... Блин, ну я неправильно только что сделал. Так, Андромеда убили, нет? Давайте вот так сделаю. Так, а кто у нас там несется? Паку. Сори, Паку, но тебя надо убивать. Блин, как-то сыряно здесь. Так, давай, Луча, несись сюда. Так, надо Боблера станить. Так, у меня получилось это сделать или нет? А, мне все, жопа. Тут чисто одно убийство, неважно кого, и все. И заметьте, ну тоже, ну вроде катка шла нормально, да? Ну, Андромеду там упустил, но это такое. И сказать бы, Тима сильная, ну, не сказать, согласитесь. У меня Тима в разы, ну, мощнее. Понимаете, в чем прикол? Если я сейчас возьму Покахантера, я уверен, что не было бы такого. Вы все прекрасно знаете, что за Покахантера, ну, ребят, ну, мне равных нет, согласитесь. Я за нее уже... Ой-ой-ой, вот, ребят, сейчас будет замес. Я не удивлюсь, если меня сейчас разнесут в разницу в 1000 очков. Я просто знаю этого типа. Я ненавижу против него играть. Но это мощный тип, ну что тут сказать. Ой, блин, я тупанул. А, он не за Ронина играет, это отлично. Потому что если бы он играл за Ронина, мне бы уже была бы жопа. Он пошел на ту сторону. А, не на ту. Так, мне надо срочно ультануть за единорожку. Где он? Блин, управление, давай сюда. На тебе, жри. Отлично. Так, ладно, надо посылать ребят, наверное, блин, Ронин ожил, а моя ульта, все, восстановилась, хорошо. Он сейчас со спины может... Вот сюда, давай, опа, хрена тебе, блин. Ну вот не усп... Как? Почему? Блин. Ладно. Блин, на фраг надо было переключаться, не обратил внимания. Ладно, окей. Так, он, наверное, сюда понесется, да? Или нет? Ты где будешь? Они на ту сторону пошли, я понял. Блин, убеги! Видите, ребят, в мертвую зону дисплей попал, и, ну, я просто остановился, и все. Ну, за Ронина он, конечно, меня сейчас будет разносить. Заметьте, ребят, я как в воду глядел. Нет, не достану. О, достал! Так, этого босса надо выносить. Блин, долбанный солдатрон. Так, ну а здесь босс с единорожкой, в принципе, сделали вещи, но, блин. Блин, я не хочу проигрывать в разницу в 1000 очей. Нет, не хочу. Давай, опа, кидай. Так, есть Ронина. Ай-яй-яй-яй, давай. Опа, мам. Блин.
Переключайся. Так, а кто куда несется? Я понял. Вижу. Меня это удвоение очков вообще не спасет, если честно. Блин! Так, убили. Но уже разница, ребят, будет не в 1000 очей. Не, ну здесь согласен. Ребят, вся катка происходила у меня на зоне, да, у меня на базе. В принципе, результат был закономерен. Я изначально понимал, что я проиграю. Ребята из команды Old Gold. С ними вечно интересные каточки. Ребят, вот сыграйте с кем-нибудь из Old Gold, вот реально с любым. Ну, те, которые хотя бы топ-10 там где-то, да, в команде. И вы почувствуете реальную игру. Вот знаете, вот мне было писали, ты не топ, да мы топ. Ребят, вот Old Gold, вот это топы, вот серьезно. Все остальные это не топы, это задроты, которые много играют. А вот там, ребят, топы. Так, единорожка. Давай. Опа, ультим. Да, падла. Ладно, окей, страйкер. О, где все? Я где-то один. О, вы чё? Вы видели? Их до хренища, блин. Давайте, босс, блин, включайся. Да, это будет... Это будет... Ну, блин, ну мои там что-то делают. А кто там шороху наводит? Я понял, молодец. Но, блин, давай, резче, генерал Мэг. Блин, надо, чтобы там... О, блин, босс, блин, ну это все. А нет, единорожка вынес. Слушайте, есть еще шанс. Не, попади. О, что меня так развернуло? Нет, не отвлекайся, ни на кого не отвлекаемся. Вообще ни на кого. Кто там меня банил, страйкер? Да тут и Ронин, короче, я понял. Может, надо было отвлечься все-таки на них? Так, а здесь я хочу сделать ход конем, но я не вижу, блин. Вообще, мне кажется, для единорожки это очень удобная зона. Ага, я понял. Где он есть? О, не. Блин, не туда. Ну, смотрите, ребят, видите, он влево-вправо. Я так сейчас не могу делать. Удачи. Да спасибо. Тебе тоже. Где я? Блин, капец. Я ненавижу такие моменты, потому что вот такие моменты я теряюсь, когда резко так... Блин, так, давайте. Ой, не. Босс. Главное на него не нарваться. Нет. Ну здесь, ребят, сейчас... Нет, босс, отвали от меня. Так, мне не нравится то, что сейчас интернет показывает. Давай, еще интернет пропади. Так, а там кто-то из моих был, да? Он на кого-то переключился. Ладно, блин, надо так по-тихому... Так, блин. А я пытался, я не заметил босса. Я думал, там страйкер сзади меня бегает. Кто здесь? Блин, ребят, здесь сейчас до первого убийства. Да блин! Надо переключиться, наверное, на генерала Мэка. Его сейчас убьют, я проиграю. Нет, или я босса! Что? Победа? Победа! Ребят, это было интересно. Вот такие катки я обожаю. Просто обожаю. Так, хорошо. Но все равно не то. Вот заметьте, да, вроде была битва. Я уже думал, поражение будет. Но затащил, хорошо.
Давайте, ребят, сейчас еще одну каточку, наверное, отыграю. О, братанцы, там вроде хорошо играют. Отлично, так, переключаемся, выбираем нашу единорожку. Да, я тоже рад тебя видеть. Так, я смотрю, этот фрагмент несется вместе с Кристал. О, вот как он ультанул, как? Он разве должен ультить? Подождите, я ничего не пойму. Вроде бы, когда играешь за единорожку, ульту нельзя сделать. Или я чего-то не понимаю, ребят, напишите мне. Ну, мне, по крайней мере, когда единорожка делала ульту, я ничего не мог сделать. Ай, блин, меня сейчас Ронин добьет. Но я не могу, ребят, переключиться. Мне для этого надо переворачивать экран. Это долго, это, короче, долгая будет песня, поэтому мне приходится ждать, пока меня убьют. А, в кого стреляем? Я понял. Так, и там Ронин, там Ронин. Блин, разворачивайся. Надо Ронина бить, Ронина надо бить. У-у-у! Это было мясо. Блин, а там, короче, Кристал где-то, да, ползает? Босс, добей. Ну или не босс, или хоть кто-нибудь. Так, давайте, наверное, туда запулю чисто наугад. Так, я вижу Ронин, но он побежал в другую сторону. Я первее выстрелил. Как она, в смысле она заультила? Я не понимаю, ребят, как они, почему я не ультую, когда в меня бросают? Я что-то не выкупаю прикола, вроде ж не должны ультить. Я, походу, ребят, чего-то не знаю, напишите мне в комментарии. Походу, я не до конца понял персонажа. Ну, я не раз замечал, но почему-то мои персонажи, когда меня кидают ульту, ну, я вообще ничего не могу сделать. Ни про какую ульту вообще и речи не может быть. Вот я сейчас, видели, хотел ультануть. У меня не получилось. А тогда, когда я кинул фрагмена, фрагмен заультил. Не, ну хотя бы не в сухую, как бы, да, все равно, но... Видите, ребят, поражение. Вроде катки идут нормальные, вроде где-то убиваем. Ну, здесь, да, был один момент, там, где они начали с Ронином, Кристал и Фрагменом, да, гасить нас. Задержечка небольшая. Но все равно, вроде катка была нормальная, но, видите, проиграл. То есть, ребят, я если выиграю, выиграю вообще там на мизеры. А так в основном проигрываю. Не знаю, ребят, напишите мне обязательно в комментарии, что я делаю с этим персонажем не так. Возможно, посоветуете мне какую-нибудь... Ну, подборочку я обязательно попробую, просто не хочу тратить время, опять перепробовать, как раньше я это делал, абсолютно всех персонажей, реально у меня была такая фича, я каждого персонажа перепробовал в любой колоде, пока мисс не понял, какая колода мне подходит. Сейчас, ребят, я не хочу это все проходить заново, блин, надо кто-то против Ронина, не знаю. Ладно, ребят, на этом видео буду заканчивать. Спасибо всем, кто поздравил меня с королевой единорогов. Обязательно пишите мне свои советы. Я рад, что у меня этот персонаж есть. Но я думаю, что, наверное, генерала Мэка или Лучи Мэрта я поменяю обратно на Покахантера. И попробую, наверное, вместе с этой сборочкой. Ну, вы, ребят, были на канале Экспировид. Всем спасибо и пока-пока.